новому генеральному прокурору я предоставлю информацию и документальные подтверждения того, как Плохотнюк, используя некоторых преступников, значит, в тандеме вместе с ними, финансировал, занимался отмыванием денег для некоторых, некоторых компаний, которые признаны сегодня некоторые либо террористическими, либо компаниями, которые имели прямое отношение к разработке и финансированию ядерного оружия. Все эти документы в томах я также готов предоставить, и я уверен, что Александр Стоянов может стать генералом, известным не на всю Молдову, а известным на весь земной шар. Поэтому я попрошу подготовить к моему приезду, обернусь я через несколько дней, все эти документы для того, чтобы прийти красиво к генеральному прокурору, предоставить информацию и о том, где хранит Плохотнюк часть украденных денег, и о преступлениях, а там, ребята, пойдет речь уже о сотнях миллионах долларов. Это вот из тех папок, которые все меня спрашивали, там, зеленая, розовая, там, и так далее. Поэтому, как бы, будет информация очень полезна. Я уверен, что генеральный прокурор Александр Стояногло, сотрудничая с правоохранительными органами других стран, очень быстро подтвердит все то, что я ему предоставлю. Там проводки, договора, транзакции, ну то есть весь пакет. И есть кое-какие штрихи, которые как бы я не успел разобрать, ну потому что, во-первых, у меня нет полномочий, как у генеральной прокуратуры, но я всю фактуру предоставлю, пусть они работают.